Друзья, все мы хотим, чтобы Вологда была чистым и уютным городом вне зависимости от времени года. В Вологде уже стало доброй традицией вместе готовить город к зиме. Поэтому 3 октября объявляю общегородской субботник. Осенняя уборка города пройдет в парках и скверах, на набережной реки Вологды, во всех микрорайонах города. Работа найдется каждому. Управляющие компании и Зеленстрой обеспечат инвентарем участников субботника. Я приглашаю всех вологжан найти свободное время и выйти на субботник.